Чувашия принимает чрезвычайного и полномочного посла Республики Абхазия в России. Сегодня Игорь Ахба встретился с руководителем региона Михаилом Игнатьевым. Посол передал главе Чувашии официальное приглашение от президента Абхазии посетить страну. Сейчас южный сосед активно налаживает отношения с российскими регионами. Уже подписаны соглашения о сотрудничестве с 30 субъектами нашей страны. Игорь Ахба рассчитывает, что из Чувашии найдутся точки соприкосновения. К примеру, в 2015-м внешнеторговый оборот нашей республики с Абхазией составил 178 тысяч долларов. В основном это экспорт чувашских кондитерских изделий и электротехнической продукции. От российских регионов, в том числе и от нашей республики, в Абхазии ждут инвестиций в развитие туристической инфраструктуры. Также рассматривают возможность открытия и совместных производств. Какие направления важны? Экономику, социальную сферу, культуру, гуманитарные вопросы. Мы сейчас вот имели возможность вчера и сегодня еще посетили ряд крупных предприятий, производств, бройлерные предприятия. Да, это тоже тема очень интересная, потому что у нас в Абхазии была, скажем, очень крупная фабрика, птицефабрика, но, к сожалению, в связи с военными событиями она сейчас как бы законсервирована. Вот в этом направлении тоже очень возможны какие-то совместные усилия.